законодателя Думы Хабаровского края Чудова Виктора Владимировича. Причина его освобождения от занимаемой должности до окончания срока полномочий законодателя Думы Хабаровского края является его неспособность в течение длительного времени более 4 месяцев подряд исполнять обязанности председателя законодательной думы Хабаровского края в связи с избранием в отношении него меры пресечения, заключение под стражу 10 июня 2015 года. В соответствии с частью 9 статьи 14 закона Хабаровского края о законодательной думе Хабаровского края решение Думы об освобождении от должности председателя Думы в указанном случае принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Думы. В связи с изложенным ставлю на голосование поступившее предложение об освобождении от должности председателя Законодательной Думы Хабаровского края Чудова Виктора Владимировича. Включите режим голосования. За 26. Решение принято. Решение Думы об освобождении от должности председателя Думы оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. В нем определяется дата досрочного прекращения полномочий председателя Думы. Ну, коллеги, проект постановления у вас в материалах имеется. Рассматривается вопрос.